Польша. Да. Друзья, всем привет. Сегодня у нас середина ноября, 15 число. И приехали мы половить карпа на одно из озер в Польше. Погода обещает быть солнечная, ясная. Надеюсь, что градусов 10 у нас сегодня будет. Опа, вон поклёвка. Ах ты! Видите, была первая поклёвка, друзья. Я пока я тут говорил, забросили удочку. Ну, рыбалка обещает, обнадеживает. Сейчас заброшу еще, но выложила хорошо, конечно. А ну еще раз повторить. Будет у нас одна поплавочная удочка и одна удочка с боковым кивком. Что у нас получится, смотрите, друзья. Тут обещают прийти еще ребята с Украины. В общем, компания будет большая. Кто поймает, вы все увидите в этом видео. Смотрите, не Ура! Вот, друзья, наш первый карп. Ура! Я первого карпа сегодня беру. Надо сачок размножить, Ир. Да, сейчас. Так, снимай. Подожди, не спеши. Снимай потихоньку, я его буду вымаривать. Давай, я пошла. Он хороший карп. Да? По ощущениям. Ну? Снимай потихоньку сачок размножить. Сегодня будет рыбалка украинцев в Польше. Сейчас еще придут друзья с Украины, с разных. Опа, вот он. Смотрите, какой карпище. Ух, ничего себе. Вы видели? Сейчас я сегодня чувствую, будет клев. Ну блин, ноябрь месяц, даже не скажешь, что карп активный такой. Да. Ух, махина. Махина. Друзья, видите, как она там? Мы приехали чисто так в гости. Опа, смотрите какой. Красавчик. Ну, ощущения, конечно, супер. Опа. Какую-то ветку еще намотал. Ну все уже, все, ложись. Ложись. Он сейчас кидается. Давай. Опа, нырнул. Капец. Тебе помочь?
ты, блин, махина какая! Ребятки! Карпища такой килограмма 3, наверное. Давай туда, может. Давай, сейчас мы тушки подальше отнесем. И сюда. Вот он. Вот он какой красавчик. О. Ну, такой. Трюшки, наверное, может, даже нет. Вот. Первую рыбу надо для удачной рыбалки обязательно отпустить, ребятки. Чтоб у нас рыбалка пошла. Гляньте, какой. Ах, распустился. Ну что, красавчик, попался? Ты попался? Ну все, мы тебя отпускаем. Беги. Зови, пожалуйста, своих там братьев, сестер, бабушек, мам. Короче, зови всех. Мы сегодня, у нас сегодня выходной день, погода супер. Хотим сегодня оторваться по полной. Ну все, бежи. Надо чуть-чуть я ниже спущу, чтобы не сильно бросил. Все, пока. Пока-пока. Ладно, друзья. Ну вот, друзья, вот мы ловим на вот такую вот кукурузу с опариком. Частный водоем, здесь никто не ловит. Рыбы не разрешают ловить. Ну, тут украинцы живут рядом, и им разрешают. Поэтому мы отдыхаем вот таким вот образом. Там ребята ловят карпа. Мы им сыра тут ловим карпа. Посмотрим, интересная рыбалка будет. Угу. О, бачишь, клюет уже. Это карп. Не спеши. Оп. Карась. Пока я разом карпа, я хочу на боковой кивок. Что у нас это было? Ты снимал? Угу. Вау! Вау, крупняк! Ира ловит карпов, а я ловлю карасей. Да, карась, конечно, не хорошего размера, но ничего. Я все-таки жду карпа. О, у тебя выложила, Ир. Оклевка, Ир, смотри. Притапливал только ж. Так, друзья, у нас поклевка. Держи, 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 держи его. Там фрикцион настроен нормально, не бойся. Не оборвет. Карп, карп, да. Держи, держи, держи пока, держи, не подтягивай пока. Как будет попускать, тогда будешь подтягивать. Когда он будет слабину давать. Он ходит, кружляет. Хорош. Потихоньку подтягивай. Ничего, 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 держи его, держи. Держи потихоньку. Не форсируй, просто держи. И потихоньку тяни его вверх. Ой, хорош, хороший. Слушай, так ты его за пузо, за бочину зацепил. Хотя не, хотя ртом вроде тянет. Не-не, за бок, я уже вижу. Ну, красавчик. Подтяни потихоньку.
Да, за бок. О, все, он уже твой. Он уже глотнул. За бок, да. Ну, короче, получается, он зевнул. Иди уже, мы тебя все равно отпустим, иди. А шкура там дебелая, там, блин... О, а глянь, сачок увидел и текать. Не-не-не, с головы. Да, да. Оба! Вот, человек, это его рыба. Как, тяжелый? А ну ложи, сейчас мы его сфотографируем. Класс, сейчас. Классный. Конечно. Сколько? О, не, слушай, трешка есть. Больше. А ну дай хавала заценить. Класс. А говорила, не хочу на рыбалку, не хочу на рыбалку. Ну. Все, можем. Все, отпускай. Кидай его. Подожди. Да, я боялась, что он сюда не упал. Да? Ну все. Молодец. Дай пять. Ловим дальше. Так, так украинцы в Польше развлекаются на выходные. Походу, у Эдика там карп плюнул. Идем снимать. Ну, ноябрь месяца карп клюет, как из пулемета. Ну, что тут? Ну, хорош, хорош, не хочет подыграться. Отдых выходного дня удался. Хорош машина. Ты, ну, а ты, такое впечатление, что ты за сковородкой уже стоишь. Я думаю, что это не карп. Это амур. Я думаю, что это амур. Ну не видно пока еще. Ну, не видно, но не по этому натяжению. Не по натяжению, а по поведению. Резвый, да? Мужик. Ноябрь месяц, да? Капец. А карп. Не, ну денек просто сегодня, видишь? Капец, да. Если бы не теплый день, он бы выхода не было у него. Ну, это самая нормальная рыбалка, кстати. Ловить удовольствие, еще отпускаешь удовольствие. Это двойное удовольствие. А, супер. Вообще, ведет себя, конечно. Бешеный, точно бешеный. Як амур, точно похоже. О, не карп, карп, стопудово карп. Не амур. Ну хорош, хорош такой тоже. Опа, ну сковородка хорошая. Все, ну все, отлично. Ну классика жанра. Ну за верхнюю губу и так дебело впился, что не сошел бы никогда в жизни. Андрюха. Супер. Красавец просто. Мелочь мы не берем. Мы выпускаем. Это маленькие.
больше. Да. Ну что, Ирина Константиновна, там карп пойман, а у тебя что? Клевала? Вера клюет. Ну давай, клюй. Только что-то притапливала. Да, что-то шевелится. О, приподнимает. Опа! Опять! Карп! Держи. О, сумасшедший фрикцион работает. Капец. Опять за бок? Ты чё? Нам надо по-честному. Слушай, опять за бок. Не за бок. Слушай, мы по очереди, да, я так понял? Мы по очереди, ты, Ира. Ну слушай, ну блин, рыба красавец просто. Не, этот честно, этот в рот. Ну поменьше, чем тот. Да. Да, этот намного меньше. Этот такой где-то до двушки может там. А тот был где-то трешка. Классно. Вот такой красавец. Ну, это честно. Нижняя губа. Попался. А парик остался, кукуруза улетела. Ну, этот меньше, да. Этот... Класс. Супер. Да, красавец. Вообще, и чистенький, видишь, вообще даже... Мини-точечки. Красуха была год назад, это последствия. Ну, давай, выкидай его. Не дается? Ни в какую. Не успокоится, все равно сейчас он сдастся. Ну, конечно. Ух. На цепи. Только подверх его и сразу. Какой-то буйный попался. Ну, уже силы, конечно, не то. Подверг выпускает уже. Сучок маленький. Сучок маленький. Давай я тем зеленым возьму. Ага, тоненький, карасевый. Отпускать еще больше адреналин, чем ловить. Кидай его туда. Молодцы. О, супер какой. Иди посмотри. Золотая рыбка, Юр. Супер. Это кой с карпом. Смотри, скрещение какое. Карася. Ну, вот смотри. А ну держи.
получила 100% карася. А ну, а все остальное, смотри, вольный хвост. Стопудово карась есть. А смотри, какой плавник, вольный. Вольный. А хвост, да, как у этого, как у кой. Вот это кой уже. Вот это уже готовый практически кой. А вот это вот именно краснуха. Ага, то я знаю, эта болячка есть. Есть такая. Они все переболеют, ей ничего страшного, но он есть. Ага. А, для человека не вредно. Нет. Супер. Красиво. А ну сфотографируй меня, Андрюха. Ребята, тебе получится. Да ты... каждому надо дать и сфотографировать. Ты, да, кто поймал, то тот и фотографируется. Карась! В этот раз карась. Шо, сорвался? А он такой... Хороший был карась, крупный. Но ничего. Что, кукурузы дать? Нет. Все есть? Да. А ну покажи. Как, на какую красоту ты ловишь? Ну, нормальный букетик. Ждем. Что, вылаживает? Потянул, потащил. Большой? Ну, рыбачка с лавочки ловит карпа. Ой, слушай, ну этот крабанчик. Мари его, не сильно так этот самый. Там трешка. Борьба. Не попускай, не попускай. О, хорош. Ах, не. Не-не-не-не-не, пацак, оп. Он еще резвый, глянь какой. Ля-ля-ля-ля-ля, не хочет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не в этот раз. О, вот в этот может. Оп. Есть. Класс. Спасибо. О. Он побольше, чем последний. Да? Да. Что? Съел. Съел кукурузу? Идет. Какой красавец. А у тебя есть этот рулетка померить? Сколько он вообще? Отнесли. Все? Ну, цель такой трешка, я думаю, есть. Больше. Сантиметров 50. Все? Есть, да, слушай, класс. Хай живет. Мы еще зато приедем, еще будем. Конечно. О, отлично. Все, молодец. Давай опять. И солнышко зашло. Расскажи свои впечатления от пойманных карпиков. Да. Ты уже забыла. Ты уже забыла? 15 минут прошло, и она уже забыла. Ага, стесняется на камеру говорить. Я в роли оператора сегодня, Ира ловит. Да, видите, какая рыбалка шикарная. Тут беседка. Можно и шашлык пожарить. Да. Клюет, клюет.
Давай, 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 подожди. Давай, 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 давай. Ветер как раз. Вечерняя поклевка. Так ты давай вымарю его. Подматы, подматы чуть-чуть. Сама возьмешь? Сама возьмешь? Давай я. Давай я возьму. Давай, мари его, мари. Ага, надо было больше. Давай. Не, не хочет. Подожди. Пошел куда-то. Ну. Ух ты, хороший. Давай, давай, он же лег. Давай, заводи. Опа. Есть. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты нормальный. Капец. Ты взлякалась? Ну, а ну покажи. Ну классно. Возьми вот так двумя руками его. Ну что, Ирина Константиновна, а вы довольны сегодняшним днем и рыбалкой? Ну что, друзья, закончилась у нас сегодняшняя рыбалка. Денек выдался супер, мы уже едем домой. Было поймано нами порядка 4 или 5 карпов, в общем, мы уже и не считали их. Ну, карпы все такие неплохие, вы видели все сами. Как для ноября месяца, то очень даже неплохая рыбалочка получилась. Всем спасибо, друзья, за просмотр и до встречи в следующих видео. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.